Нате видушарт готим хи вишну, дурасаяже бахиратмани, анья ятандхи рупаниаманам, тео писичатан тамурдам нивадья. Нате видушарт готим хи вишну, дурасаяже бахиратмани. Анха ятандхи рупаниаманам, тео писичатан тамурдам нивадья. Гаурио Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Патрал. Гаурио Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что если вы хотите доминировать над всем миром, что если вы хотите контролировать других, это станет великой опасностью для вас. Это станет причиной обусловленности. И нет более сильной привязанности, обусловленности, чем стремление к камени канчане пратишчи яшита, то есть к богатству, к противоположному полу, к славе, к почету, к уважению в обществе. Это главные причины обусловленности. Если мы будем гордиться тем, что родились в какой-то знаменитой, известной или богатой семье, то это одна из причин гордости, или кто-то слишком образован и очень гордится этим, или кто-то просто чем-то богат очень, он этим гордится, и это причины развития ложного эго, как Кунти Деви Ужна, она сказала такие слова. И Прахлад Махарадж говорил практически такие же слова, что Кришна Баджан — это не шутки, то состояние обусловленных душ очень-очень плохо. И Прахлад Махарадж говорит, когда Хираньякашипу спрашивает, кто обучил тебя такому Вишну, Кришна Баджану, кто эти твои учителя в школе? И Прахлад Махарадж сказал, что сказать о них. Они ничего не знают о Вишну Баджане. Они не знают о таком важном, что Вишну — это наша наивысшая цель для всех душ, для всех живых существ, кроме Вишну нет никакого другого пути, и это они не знают, и как они могут научить меня этому? Как они могут научить меня тому, что они сами не знают? И вот у них есть какие-то материальные желания. Нельзя найти даже единую дживатму, которая избавилась от материальных желаний. Нельзя найти ни одну единую дживатму, которая избавилась от материальных желаний. И вот материальные желания, они есть у всех. Их ашой, желания и все прочее. И вот Шрила Прабхупад часто объяснял эти значения ведадрик и мамсадрик на бенгале.
Ведадрик, значит, наши, у нас есть глаза, мы что-то видим. Это естественно. Так или иначе они что-то видят. И Шрила Прабхупад говорит, он обычно говорил, что вот есть два значения. Ведадрик, значит, те, кто могут понять внутреннее значение вед. Там можно сказать, что он что-то знает о ведах. То есть, если человек просто наизусть знает веды, это еще не значит, что он знает их значение. И вот Шрила Прабхупад говорит, ведадрик — это те, кто могут понять, что Кришна, он там. В Гите Бхагаван Шри Кришна говорит, а наивысшая цель вед. Чайтанья Махапрабху говорит, как цель вед — это показать в итоге Шри Кришну, но обычные люди не понимают. Я уже говорил, в тот день в ведах можно найти пара и апара. Все исходит из Кришны. И что не исходит из Кришны. И что плохое и хорошее, все согласно нашему суждению. И когда мы возвышаемся, можно обнаружить, что мы настолько малое создание, незначительное создание в этом, в этой вселенной, во всей Брахманде. Если мы оставим Харинам, а если через Харинам мы почувствуем Вишварупу, что такое Вишварупа? Это форма Господь, форма Вселенной. Такая вселенская форма Господа. В Бхагаватам описывается такая вселенская форма и качество Верховного Господа. Это и другая Анантарупа Вишва. Во второй песне Бхагаватама описывается Брихат, это Брихат Рупа, бесконечная форма Господа. Если вы будете смотреть на этот мир, в котором вы родились, если из Шукры посмотреть, если из Шукра Грахи или Мангал Грахи, или с других каких-то планет, то можно увидеть, что этот мир, он подобен просто какому-то маленькому, маленькой точке, подобен пылинке. Если смотреть на откуда-то издалека, то этот мир воспринимается как какая-то точка. И как это возможно, что так много живых существ здесь, реки, горы и прочее, но издалека это выглядит как пылинка. Если мы почувствуем это, то тогда мы никогда не сможем выражать какое-то пренебрежение. Если мы это хотя бы почувствуем, кто мы в сравнении с этой бесконечной вселенной, мы практически ничто. Просто какая-то незначительная, мельчайшая душа. И когда вы это почувствуете, вы никогда не будете выражать никакого сомнения о Верховном Господе. Никогда не будете беспокоиться. И вот суть в том. И вот эти три вещи, из-за которых люди гордятся. И Прахлад Махарадж говорит, что говорить о материальных
гуру, они все эти материальные гуру, они не знают, что Вишну это наивысшая цель. Как они могут научить меня Вишну Бхакти? И вот они, аж их надежды и желания, они все материальны. И вот согласно этому, они их под воздействием своего материального ума они стремятся к каким-то объектам, которые их привлекают. Это естественно, ибо вот бахиратра, внешние вещи какие-то. Те ученые исследуют, что если кто-то изучает что-то и внешние вещи, кто-то какие-то значения получает из своих исследований. Это бахиартха называется антарартха. Значит, что если мы наш баджан, он увеличивается по милости гуру и вайшнавов, вы полностью умиротворены. И вот и полностью без удовлетворены, успокоены, и в этом случае вы можете в таком абсолютном спокойствии наблюдать свое сердце и... И в этом случае мы можем посмотреть, что находится в нашем сердце. Это процедура антар-артха называется. Это духовный взгляд, духовное видение. И из-за своей практики, нашей практики преданности, это духовное видение должно быть открытым термином. Если благодаря своей преданности мы разовьем такое видение, мы сможем видеть, что находится в нашем сердце. Часто люди не смотрят снаружи себя, но мы должны быть заинтересованы тем, что находится внутри нашего сердца. И вот Шрила Прабхупада обычно говорил, что есть Ведадрик и Мамсадрик. Ведадрик значит... Вот согласно энциклопедии Медникош, Вишвакош и прочие энциклопедии, там можно найти значение. Вот слово «го», например. «Го» значит «корова», также «мир», «земля». «Го» значит «веда». Так много значений этого слова. You can get so many meanings. Veda also go. So so many meanings. All so many meanings I can speak. But now vital three things. Но важные три вещи. Смотрите. Веда. На самом деле почему? Наши органы чувств. Они согласно шастрам. Они тоже го зовутся. Госвами значит. Тот великий преданный, который контролирует свои органы чувств, он зовется Госвами. Рупа Госвами, поэтому дает нам указание перед тем, как начать баджан, что говорить о саньясе. В самой первой шлоке Рупа Госвами Пад указывает на саньясу. Он говорит о саньясе, вот это Вача Вегам, вот это шлока. Тот, кто может учить контролировать весь мир, кто вот контролирует свои чувства, язык, желудок, гениталии и все остальное, это возможно для Парикшит Махараджа, для Амбариш Махараджа, но не для нас, поскольку они Госвами. И вот Рупа Госвами Пад, перед тем, как начать баджан,
Упадишамрита, значит, Рупа Госвами Пад, он начал говорить о Упадишамрите. Я могу в один день объяснить более подробно, но перед тем, как начать первое шлока Упадишамриты, Бхактивинода Тхакур дает значение, что не изучив Упадишамриту, Манасикшу, мы не можем показать ни единого преданного, который может стать успешным, не изучая этого. Бхактивинода Тхакур говорит, без изучения Упадишамриты, Манасикшу, Шикшаштаки, никто не может достичь успеха в баджане, это невозможно. И вот сама Упадишамрита, Рупа Госвами Пад, он говорит о том, как контролировать свои органы чувств. Грана анна тахас чапала дриккача карма сакти бхаво сапатни юго гхапатим лунанти. Прахлад Махарадж говорит. И вот Прахлад Махарадж говорит, все это связано. И вот Прахлад Махарадж говорит, что я нахожусь в таком очень болезненном положении, о Кришна. Я очень в таком болезненном положении, в очень плачевной ситуации, и что случилось перед Нарсимхадева. Прахлад Махарадж говорит о Ачюта. И вот мой язык, джихва, он стремится к тому, чтобы получить вкус материальных вещей. Я не понимаю значения прасада. Если я могу понять значение прасада, то сразу мы сможем завоевать весь мир, как говорится в этой шлоке, что служением прасаду можно завоевать весь мир. Вот в этих словах. А Удав Махарадж говорит, мы можем очень просто победить твою майю, поскольку мы принимаем твой прасад. Можно победить, завоевать весь мир, победить весь мир. И вот Госвами это слово. Го значит органы чувств, индрии. А с вами значит господин. И материалисты, они заботиться о собаках, можно видеть, как в Индии часто бывает у каких-то богатых людей одна, две собаки, и вот они служат, заботятся, ухаживают. Но, говоря правду, это собаки контролируют их. Эти собаки, они живут у них дома, но так, если внимательно посмотреть, то эти хозяева следуют всем желаниям своих собак. Ходят, выгуливают их, собака хочет там постоять, и хозяин тоже должен стоять. Если собака куда-то идет или бежит, то хозяин вынужден бегать за своей собакой, и кто кого тут контролирует. И таким образом все органы чувств, Прахлад Махарадж, он плачет перед Нарсимхадевом, о Прабху, мой язык, он стремится туда-сюда, чтобы вкусить вкус каких-то материальных вещей. И вот перед этим Рождеством от ИСКОНа какая-то картинка была
опубликовано. Они, в общем, в каком-то исконском журнале опубликовали фотографию с какого-то мясного рынка, и там куча людей стоит в очереди на этом рынке. И вот так можно видеть, люди покупают какую-то мертвечину. Да, на бенгале есть такая пословица, что люди настолько умны, в кавычках, что покупают каких-то трупов для поддержания своего тела. И вот наши органы чувств все стремятся к своим соответствующим объектам. Наш живот и кожа нас стремится получать какое-то осязание, живот какую-то еду. Нос хочет вдыхать какие-то приятные ароматы. И глаза, они стремятся смотреть на какие-то прекрасные картины. И в таком таким образом мы попадаем в какое-то такое плачевное состояние, подобно тому, как если человек женился на нескольких женах, то куда ему идти? Такое плачевное состояние, не знаю, что делать. Каждая жена тянет в свою сторону. The man in danger, big danger. That day I was speaking, na? One chariot is there. И вот Махарадж другой день приводил пример, что если в одну колесницу запряжено несколько могущественных лошадей, но эти лошади, они все тянут эту колесницу в различные стороны, то вот в итоге эта колесница просто разломается. И вот таким образом Прохлад Махарадж плачет. И видит наше состояние. И вот он говорит перед Нисимхадевом, что он очень находится в плачевном положении. И вот Шрила Прабхупад говорит, что Видадрик, это те, кто... И вот можно вспомнить вот эту шлоку. Подобно тому, как кто-то, если в этом в Айведике считается, что это сусурьма, если накладывать на глаза, то глаза обретут силу и могут видеть какие-то тонкие вещи. И вот бабушка одна, но Транчи Махарадж помнит, бабушка не была, и 90 лет была, она запросто могла нитку вводить в иголку. Игольное ушко, а сейчас люди 18 лет и то не видят. Она без всяких очков моментально вставляла эту нитку в игольное ушко. И раньше это обычная практика была, а сейчас большая редкость. И вот чем больше мы слушаем Харикатхи и Киртана, через это мы очистим свое сердце.
И чем больше мы очищаем наше сердце, тем больше мы можем развить наш тонкий даршан. Это называется Ведадрик. Такое мы сможем развить возможность видеть какие-то тонкие вещи. И вот Шрила Прабхупад говорил, что те, кто по-настоящему заинтересованы в том, чтобы совершать харибаджан, особенно те, кто хотят принять настоящую саньясу, не для того, чтобы обманывать людей, а именно настоящую саньясу. И вот такие люди, куда бы они ни смотрели, они должны понимать последствия, которые последуют за этим объектом, какой, например, результат этой красоты или этого материального мира, или какого-то наслаждения. Раньше мы, может, стремились к каким-то наслаждениям, и какие-то вещи, они выглядят как нектар, но если посмотреть, что дальше случается, там получается океан страданий. Вот наша склонность к наслаждению, она может стать причиной потери силы. Через вот склонность к наслаждению можем можем потерять свою силу из-за склонности к наслаждениям. И вот, когда Бали Махарадж спросил Раманадева: «О, ты маленький мальчик, ты не знаешь о том, что тебе надо на самом деле, всего лишь 3 шага земли, возьми страну или континент, я могу дать тебе, а ты каких-то 3 шага земли просишь». И Вамандев ответил: на самом деле те брахманы, те, кто слишком жадны, хотят больше и больше. Лоуля значит лобха, это стремление к тому, чтобы больше и больше получить. И вот Брахман, он такой Брахман не может поддерживать чистоту. Никакой Брахман не может поддерживать эту силу чистоты. Брахман, если он становится жаден, то его чистота, его баджан, он уходит. И вот чем больше вы можете развить непривязанность благодаря Харикатхе и Харикиртану, и тогда вы можете ожидать, что вы будете прогрессировать. И вот материальный даршан, этот мамсадрик, люди, которые смотрят на это, они думают только о прибылях и потерях. Иногда можно видеть, что какой-то саньяси действует как ачарь, а думает только о потерях и приобретениях. И это значит, что они не могут спасти себя даже. И вот таким образом Прахлад Махарадж говорит: и вот слепой не может быть ведомый другим слепым. Прахлад Махарадж, он в этой шлоке приводит такой пример, но сейчас ситуация хуже. Почему более такая болезненная, плохая ситуация, если мы сами слепы, как мы можем вести кого-то? И это невозможно. И поэтому этот пример приводится по Прахлад Махараджа. Если я духовный лидер и сам слеп, то как можно вести других? Один слепый, если ведомый другим слепцом, какова ситуация в их случае, что случится с ними? И вот слово «урудам» значит, что их обусловленность очень сильна.
И Майя Инна их так обуславливает. И вот та шлока, с которой Махарадж начал. И потом... Джошит Сангар, значит, Лапха, Пуджа, Пратишча и прочее. As Prahlad Maharaj speaking. Prahlad Maharaj speaking same name, Bahirartha Mane. I mean they are running behind Joshit Sangha. Bahirartha Mane mean, Bahirartha Вот Махарадж говорит, что такие люди не стремятся к каким-то наслаждениям. Если у нас есть стремление к наслаждению каким-либо объектам, это джошит называется. И вот те, кто совершает джошит сангу, и те, кто общается с теми, кто общается с этими джошит санги, то есть те, кто общается с наслажденцами, те, кто общается с теми, кто общается с наслажденцами, такое общение, оно очень опасно для нас. И как же совершать харибаджан таким обусловленным душам? И вот Махарадж в прошлый раз говорил. И вот несколько дней назад Махарадж говорил. Гурудев, который не отличен от Верховного Господа. Мы должны вот такого Гурудева узнать о Бхагавад-дхарме. Что такое Бхагавад-дхарма? И вот Бхагавад-дхарма, что значит это Джава-дхарма? Бхагавад-дхарма значит Вайшнава-дхарма. Атма-дхарма. Это все синонимы. И вот Джава-дхарма, Атма-дхарма, Бхагавад-дхарма. Вайшнава-дхарма все едино. Имеет одно значение. И вот наставление, данное Бхагаваном Шри Кришной, он очень прекрасен. Очень прекрасное наставление. И у нас должна быть настоящая практика. For the last long, period you are trying. How is possible? So genuine practice. И вот у нас должна быть такая подлинная практика, такой практикующий ачарья, он может дать нам надежду практики. Practicing ачарья can give you the scope to practice Bhagavad-dharma, because поскольку это не так просто, мы не сможем стать успешными, мы должны практиковать эту Бхагавад-дхарму, а как через Гуру Сева? Через Гуру Сева, через Тадья Васту Сева, Гуру Сева. Мы должны совершать Гуру Севу, Шикша Гуру, Дикша Гуру. И Тадья Васту Сева тоже, как служение королам Вринда Деви, Ганге, Ямуне, Сарасвати и прочим близким спутникам Господа. Тадья Васту называется. И можно вспомнить в Упанишадах Упамане, он развил Атмагьян практически через служение коровам. Гурудев дал ему служение коровам, и он служил им. И после этого он обрел Брахмагьян. И все же, когда он вернулся,
Гвадил спросил, ты выглядишь как будто ты уже обрел дивья-гьян. И Упаманин сказал, да, но все же я должен узнать от вас также снова, чтобы обрести практическое чувство. И таким образом Упаманин, он опять начал учиться у Гурудева, и вот Гурусева, через Гурусева. И в 10-й песне Судама Вибра Прасанги Кришна говорит перед Судама Випрой. Нахам идья пражатибхям тапасо космейнова тушьям сарвабхутатма гуру сусасая ятха. И через Садгуру Сева я становлюсь очень сейчас доволен. Никто не может сделать меня счастливым. То есть ничто не может сделать меня счастливым, чем Гуру Сева. И вот Кришна говорит, что лучший способ принести ему радость — это служить настоящему Гуру. И вот если мы будем жить совершенной жизнью домохозяина, тапасью, враты, обеты и прочие вещи не могут достичь, не могут помочь вам достичь совершенства такого, какое может принести Гуру Сева. Вот мы должны изучить Бхагавад-дхарму полностью, с полным самопреданием. И поэтому, если мы можем обнаружить ваше положение по отношению к этому бесконечному миру, то ваша голова автоматически склонится, и вы зададитесь вопросом, кто я, что же сказать. И то же самое, когда Индра, Варуна и все полубоги вместе с Брахмой, они пошли на Голоку. И тогда их швейцар их не пустил, они сказали, что мы тут пришли из вот с предыдущего уровня, с земли, с этой Брахманды. И вот этот швейцар пошел, сказал Кришне, и Кришна сказал, а с какой Брахманды? Тут Брахманд бесчисленное число. И вот этот швейцар пришел, спросил, с какой же Брахманды тут? А мы, они сказали, что мы не знаем, сколько тут Брахманд. В итоге, это Брахма пришел. Вот это. Вот Брахма начал думать, что же сказать. Потом вспомнил Пришни Гарбха Брахманда, где Кришна родился как Пришни. И Вамандев также. И вот когда Кришна только спросил, то этот, они вспомнили Индра, он тоже там был, он сошел с ума, он думал, что я Индра, царь небес. И Кришна, Санатана Шикша, он говорит о себе так. И вот он, Кришна, он пригласил всех Брахм и Индр. И вот один Брахма, у нас наш Брахма с четырьмя головами, в других вселенных с восьмью, там, с 16, с 12. И есть Брахмы с тысячами голов, и вот они тоже пришли, чтобы рассеять сомнения от нашего Брахмы. И когда он увидел, он был удивлен.
И вот в начале всего Шри Чайтанья Махапрабху говорит вот это Тринада Писуничина. Шри Чайтанья Махапрабху через третью шлоку он говорил, если мы сможем обнаружить, что у нас нет никакого смысла, и вот значение даже Шрила Прабхупад, он вечный спутник Гауранги Махапрабху Радха Говинды, он говорит, чтобы рассеять наши сомнения. И вот Шрила Прабхупад говорит, когда я пришел к вам, Гурупад Падме, по указанию моего Гурудева, то тогда я, он хотел показать мне, что мне не, я не имею никакого значения. И вот Шрила Прабхупад говорит, как только он пришел, чтобы получить даршан моего Гурудева, Гурудев, он проигнорировал меня. И так или иначе, по милости Шрилы Бхактивинода Тхакура, если я попытаюсь увидеть лотосные стопы Гурупад Падмы, я не смогу увидеть, я слеп, как я могу увидеть великолепие Гурудева. И вот однажды Гурудев показал мне свои лотосные стопы и те лучи, которые изошли тот свет, который зашел его из лотосных стоп, то я буквально ослеп, какова красота, и тогда я мог обнаружить, что у меня нет никакого значения. Я раньше думал, что я великий пандит, происхожу из какой-то знаменитой семьи, и после того, как я увидел этого Махапуруша Махаджана, я обнаружил, что я ничто. Перед этим Махапуруши, этим Махаджаном, великой душою Парамахамса, я увидел, что я беспомощен и насколько незначителен. Если вы это обнаружите, то тогда вы сможете совершать Харибаджан. Харибаджан – это не шутки. Можно собирать какие-то деньги или еще что-то. На Бенгале говорится. Шутка такая есть, Титхвара Госвами хорошо шутила эта шутка. И вот один этот. Так вот, с золотом, он под видом золота продавал смесь золота с чем-то. И вот система такова, что рабочие, которые работали, и этот Махаджан, и там еще где-то сидел хозяин магазина, и вот там тогда этот Махаджан. И вот пришел клиент, сказал, что у него столько золота, хочешь продать. А сначала он спрашивает у этого хозяина магазина. И вот на таком грубом Бенгале Кешава, Кешава. Man, they are all cows. Man, now you can cut their throat. You can cheat them very easily. Follow. Кешава значит кто? Madhava is the name of that labor. Madhava. А этого рабочего Мадхава звали. А Кешава кто там буквально значит? You can cut. I'm sending inside. А вот это выглядело, как будто они святые имена повторяют, а на самом деле этот рабочий, он отвечал, что эти покупатели, которые пришли, глупы как овцы, можно их обмануть. А вот через Харинам Санкиртан, если мы разобьем такую силу, тогда мы сможем видеть какие-то тонкие вещи, иначе мы даже можем видеть какие-то саньяси, заняты исключительно сбором денег,
с населения, но это не цель саньясы. Майя-деви поместит таких людей в такую иллюзию, что они не смогут совершать харибаджан, и это цель, это состояние таких бедных обусловленных душ. И что делать, чтобы совершать раганубаджан? Мы должны думать об этом. И вот смотрите, в Бхагавад-дхарме мы должны Бхагавад-дхарму это изучить и практиковать от Маха-Бхагавата-гуру. Мы должны изучить Бхагават от Маха-Бхагавата-гуру, в то время как Шрила Прабхупад, он хотел выразить свое чувство. Шрила Прабхупад, он не обусловленная душа, он вечный спутник Верховного Господа, но все же он говорит так, чтобы мы могли избавиться от своей материальной обусловленности, чтобы развить качество Тринадапи. И вот Бхагавад-дхарму мы должны изучить от Маха-Бхагавата. Если мы сами не Маха-Бхагаваты, то мы не можем объяснять Бхагаватам достойным образом. Есть Гранха Бхагаватам и Бхакта Бхагаватам. Если мы не Бхакта Бхагавата, Бхакта Бхагавата значит тот, кто полностью погрузился в Харибаджан. И поэтому Шрила Прабхупад говорил, те, кто настоящие садгуру, у них есть какое-то особое чувство, у них какое-то экстатическое чувство. И как можно узнать, что кто-то садгуру? Как можно узнать, что кто-то садгуру? Шрила Прабхупад, он приводил пример. Можно понять, что кто есть садгуру, если можно видеть, что у него всегда какое-то экстатическое, поглощающее чувство, такое баба, и какая-то энергия, подобная индукции, какая-то энергия исходит из него. Какая-то сила, какая-то энергия. И вот Гурупад Падма, если посмотрим за ним, то можно видеть, он очень, что какая-то энергия исходит из него. И его чувства, они в каком-то необычном состоянии находятся. Если какой-то человек, он говорит только о материальных вещах, говорит и делает все материальное, то такой человек никогда не может быть садгуру. Как понять, что садгуру перед нами, мы, видя его, мы почувствуем, что его чувства не материальны, и видя его, почувствуем какую-то энергию, которая исходит от него, и это один из признаков садгуру. И такие садгуру, они совершенно не заняты ни с какими материальными вещами. Шрила Прабхупад говорит, что такие из 24 часов в сутках, если настоящий садгуру, он все эти 24 часа в сутки совершает свой баджан. Садгуру, он всегда занят своим баджан. Не значит, что он 8 часов совершает баджан и 8 часов смотрит на какие-то материальные вещи, это невозможно. И вот есть этот свет и тьма, они не могут одновременно существовать. И Тулсидас, он такой пример приводит: солнце и тьма, они одновременно не могут существовать. Если есть солнце, то тьмы автоматически нету. И вот Бхагавад-дхарма мы должны практиковать, эту Бхагавад-дхарму, слушать Харикатху от самосознавшей себя души, который сам Маха-Бхагавата. И тогда можно получить сознание, иначе нет. Гурватма Дайватаха, who is just equal to Supreme Lord.
И такой гуру Сакшатхари, Твина Самаста Шастра, который не отличен от Верховного Господа, он может учить. И вот Амайя, наше сердце не должно быть осквернено Майей. Амайя, то есть не должно быть Майя в нашем сердце, если мы предались на 100%, если у нас самопредание совершенно, то майя не может влиять на нас. Будьте уверены насчет этого. И вот без майя. Если я служу, кто-то служит иногда Гурудеву Кришне, но вместе с майей. Это невозможно. Майя. Махарадж приводит пример, что кто-то что-то готовит, но соль, какой-то сабжи, но соль не положите. Также Харибаджан вместе с майей не... Ничего хорошего нет в этом. И вот кто-то говорит, я может могу совершать Харибаджан, но и майя тоже нужно как-то принять. Но это невозможно. И вот Шрила Прабхупад говорит, что в Упадеша Упакане там история приводится по одному землевладельцу, у которого сын заболел туберкулезом. И вот пригласили, ну этот такой был бестолковый сын, курил все подряд, алкоголь пил, и когда землевладелец узнал, что его сын заболел туберкулезом, как-то, возможно, какого-то знаменитого аюрведического доктора пригласил, сказал, чтобы он ничего не говорил, значит, как его женить, если узнаю, что он уже туберкулезом болеет, как его женить потом. И вот он говорил, чтобы он молчал и пытался как-то вылечить его сына. И вот доктор сказал, хочу сначала поговорить с твоим сыном. Ну, хорошо, говорите. И вот доктор спрашивает, как у вас расписание? Что делаете весь день? И вот этот доктор сказал, что если врать будете, то не смогу вылечить. И вот он ответил, и вот я вечером иду курю всю ночь, и собственно, только этим занимается, что курит ганжу всякую. И доктор сказал, что могу тебя вылечить, но курить надо перестать, нужно молока побольше пить, какие-то молочные продукты употреблять, сыр, там, масло. И этот человек сказал, хорошо, буду употреблять молочные продукты, но как без ганджи жить? И аюрведический доктор сказал, что ты, если будешь продолжать курить, то не вылечишься. И Шрила Прабхупад тоже говорит, что если вы хотите получить индульгенцию от своего Гурудева на какую-то майю и какой-то харибаджан, одновременно этим заниматься, то невозможно таким образом совершать харибаджан. А майя, ну, врите, значит, без майи. Наше сердце не должно быть осквернено майей. По крайней мере, мы должны быть искренни. Ануврити, вы должны следовать тому, что говорит Гурудев. Ануврити, значит, то, что говорит Гурудев, мы должны следовать этому без всяких вопросов и аргументов. То, что говорит Гурудев, мы должны безукоснительно исполнять.
Анаврити значит без всяких вопросов. И в 11-й песне можно найти, как один брамачари может поддерживать свою жизнь, как саньяси должен поддерживать свою жизнь. Вот в 10-й-11-й песне особенно это все обсуждается. И вот говорится, и в 7-й части также. Прахлад Махарадж и Нарада Махарадж, они говорят, как можно совершать Гуру Сева, если Гурудев, как в случае с Упаманью, Гурудев отправил его просить подаяние. И Гурудев спросил, как он себя поддерживает, всю бикшу отдает мне, вот он, этот Упамани ответил, что я потом второй раз иду, опять собираю пожертвования для себя уже второй раз. Но Гурудев сказал, что Бхагаватам, все, что мы собираем, мы должны Гурудеву отдавать. И вот. А потом Гурудев спрашивает, как что он там поживает. И ему говорит, что молоко от коров пью. И Гурудев сказал ему, что эти нет права пить молоко, поскольку эти телята, они должны пить. А нету права тем молоко пить от коров. И после этого, через какие-то дни, Гурудев опять спрашивает, а сейчас как ты там живешь, что ешь? А, говорит, что эти телята напиваются молоко, потом отрыгивают часть, и я это ем. А Гурудев сказал, что эти телята очень милостивы, они специально для тебя отрыгивают это молоко, и ты не должен это есть. И вот потом что случилось? Пришлось ему питаться какими-то этими листьями. Гурудев запретил есть молоко, даже от телят, что осталось. И вот он съел какое-то ядовитое растение и ослеп в итоге. И вот Прахлада Махараджа Нарада говорит то, что говорит Гурудев. Если Гурудев, он не сказал принять просад, если сегодня не дал такого указания принять просад, как в случае с Лакшманом, когда их отправили в лес на 14 лет в ссылку, Рамачандра, Лакшман и Сита, и долгое время Лакшман же он собирал фрукты, цветы, и после этого Рамачандра немножко ел, давал что-то Сите и Лакшману, и Лакшман не принимал, поскольку Рамачандра говорил ему, что ему нужно взять. Ага. Он брал, но не ел, поскольку Рамачандра не говорил, чтобы он ел, а просто то, что взял. И вот так он 14 лет постился, поскольку Рама давал ему какую-то еду, но не говорил, что есть, а просто говорил, чтобы тот взял. И вот смотрите, Нарада говорит, без позволения Гурудева даже просад нельзя принимать. А много таких этих проверок произошло. Гурудев может проверить ученика на практике. Если Гурудеву, например, принесли просад какой-то ученик, то есть Гурудев не говорит, что нужно теперь ему пойти принять просад, то пока этому ученику нет, у него нет права принимать просад его, но кто так следует Гурудеву. И мой вопрос перед всем миром, кто может так следовать, очень сложно. И если так следовать, это обусловленная душа через
настоящую Гуру-Севу сможет победить этот материальный мир. И поэтому и вот через милость Гуру и Вайшнавов можно обрести милость, иначе без их милости невозможно избавиться от Майи. И сейчас Кришна Бхакти Джанма Мул Хой Саду Санга, что говорить о Рагануга Бхакта? Мы не можем доказать, что мы находимся в одной линии с Садгуру, с Гурудевом. И вот сейчас Кришна Бхакти Джанма Мул Хой Саду Санга, коренная причина Кришна Бхакти, это Саду Санга. Без саду-санги мы не можем обрести бхакти. Это значит, бхакти нету в джива-сварупе. Если мы будем искать, то как в молоке может масло быть. Но прямо как бы нету, нельзя видеть это масло. Но возможность получения масла из молока есть. И джива – это чит потенция, чит энергия, она исходит из Кришны, прямо или косвенно. Я говорил уже, что джива, у дживы шакти нету прямого существования внутри Кришны, но она также отлична и не отлична от чинтья-бедна преда-татва. И джива шакти, они не существуют внутри Кришны. Внутри Кришны есть сваруп шакти. Внутренняя энергия сварупшакти. И вот если дживатма, джившакти уже внутри, то тогда она может обрести бхакти, но нет. Через ачинтья, беда, беда, татва. Ачинтья. Можно подумать, что это непостижимо, но это непостижимо. Через нашу способность к рассуждению это нельзя понять, поэтому ачинтья называется. Ачинтья и другое. Другая сиддханта, которую из этого можно вывести. Ачинтья значит какой-то... то, где наши аргументы не могут быть, это мир премы. Ачинтья можно объяснить так. И другая платформа есть. Мы все аргументы наши приводим. Ачинтья, главное объяснение, непостижимо, значит. Но это слово «непостижимо» значит «невозможно». Через наши рассуждения мы никогда не сможем найти никакого решения. Но и другое слово, другой уровень, даже куда наша способность рассуждать не может войти, это мир, мир премы, премик джагат. Это према-джагат, мир премы, там никакие аргументы не могут быть. Можно там все наоборот тому, что вот если здесь Савиге Сарад, то в према, мире премы можно увидеть, что Кришна, он контролируется своими преданными, хотя здесь Савиге Сарад говорится, что тот, кто, кого никто не может контролировать, но в этом мире прямо наоборот, и как можно это понять? В одной здесь говорится, что он Сарад, а в другом месте говорится о том же Кришне, что его он находится под контролем своих преданных. И в Бхагаватам также можно видеть, что он Верховный Господь, никто не имеет никакой власти над ним.
И эти внешние противоречащие факторы могут быть полностью в гармонии только в Кришне, в Верховном Господе. И эти исключающие себя факторы могут быть в абсолютной гармонии только в Верховном Господе. И вот непостижимо, значит, не то, что мы никогда не сможем понять. Есть еще уровень премы. Это такое объяснение. И там наш ум вот на этот уровень премы не может попасть в это Вишудха премы. Все возможно. И вот Кришна говорит Радхарани, чтобы она не думала как-то по-другому. Это Ачинтья Бхеда Бхеда Таттва. Радхарани не отлична от Шри Кришны, Саева Сад. Кто? Кришна не отличен от Радхарани, поскольку и Радхарани от Кришны, поскольку они непостижимы этой их одновременное единство и различие. И вот дживатмы все бесчисленные дживы, они нитья-бадхи, нитья-мукты. Махарадж говорил о них, те, кто исходит из Баладева и Санкаршана, они служат где? На уровне Вайкунтхи или уровне Галоки, они вечно совершают там свое служение, они никогда не видят никакой обусловленности, они не знают, что такое майя. И они не те мукты, вечно освобожденные. И вот это состояние татастхаджит и Шрила Бхактивинода Тхакура, что говорит, что есть какое-то противоречие. И вот иногда мы видим, что в Шачитане Чайтамрите говорится Кришна Бхакти Джанамал Хой Садасанга. Кришна Бхакти, значит, Вишна Бхакти уже там есть. И вот если мы скажем, что Вишна Бхакти уже там, что это коренная причина, это что Кришна уже там, то Вишну Бхакти Джанамал Хой Садасанга тоже правильно будет, поскольку в Кришне вся Вишну Таттва содержится. И вот в Джива Сварупе, значит, нет прямой бхакти, но возможность обретения есть. И вот Бхактивинода Тхакура говорит, приводит такой пример. Татастха джива, что случается с ним? Татастха джива видит этот материальный мир, наслаждение и Вайкунтха Таттва. И вот Брихат Арани Упанишат приводится пример рыбы. Рыба иногда плавает здесь и там, иногда видит сушу. И вот Брихат Арани Упанишат, можно видеть, этот пример дается для таких спящих и там описываются три состояния: сон, глубокий сон и реальность. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура, многие не понимают, почему Шрила Бхактивинода Тхакура использует этот пример. Брихат Арани Упанишат этот сделал эти три состояния: состояние сна без какой-то реальности, без сонного состояния и полной осознанности. А почему Шрила Бхактивинода Тхакура думал, что это хороший пример для обусловленных душ, для обусловленной души этот пример подходит, и поэтому Шрила Бхактивинода Тхакура он хотел дать этот пример. I can explain, coming days I can explain. So, tatastha condition, и вот это татастха состояние можно найти из Сандарбхи. Джива Госвами Пад говорит, можно найти пример Бхактивинода Тхакура.
смотрит материальное наслаждение, татастха, это татастха, состояние очень опасно такое, пограничное. Иногда такие дживы, они обуславливаются, или если им выпадает возможность саду-санги, они получают освобождение, или получают бхакти-лата-бидж, семя чистой преданности. И Махапрабху также говорит, что такие души, скитаясь по бесчисленным брахмандам, благодаря своей великой удаче, обретают семя бхакти. Смотрите, семя бхакти. Сочетание Махапрабху говорит сам. И вот, скитаясь по бесчисленным мирам, они, благодаря своей великой удаче, если они обретают общение с Гуру Вайшнавами, то не обретают от них семя бхакти, а в основном они в таком обусловленном состоянии находятся. И вот Махапрабху говорит, что они скитаются по бесчисленным вселенным. Но могут обрести не бхакти, смотрите, а семя бхакти. Семя бхакти. Так много людей могут получить семя бхакти от садгуру, но может тоже мертвое семя, поскольку мы не заботились, но померла. Махапрабху говорит, что нужно семя бхакти поливать водой слушаний и повторений. Когда вы обретаете настоящее семя бхакти от садгуру, еще заботиться о нем надо. Через шраван и киртан мы должны поливать. Солнце достаточно должно быть, чтобы свет это семя обретало, и потом из этого семечко бхакти, это лиана преданности прорастет. И если дальше ее поливать, она будет расти выше и выше и достигнет вироджи. Это наивысшая точка этой вселенной и прорастет дальше. И так может достичь Вайкунхи. И после этого даже Галоки. И таким образом Махапрабху говорит. И вот сейчас, согласно Сандарбхам, и вот из Сандарбхи Джива Госвами Пад, Сандарбхам очень обширно, и вот там Вишвабхананда Дев Госвами приводит пример. И вот Джива, она видит различные брахманды и другие, насколько великолепно, и вот говорит, как это они видят Брахманду и Вишварупу Кришны, как это понять. Махарадж сказал, что мы должны, у нас должно быть ясное представление о Вишварупе, о вселенской форме Господа. Куда бы мы смотрели, мы должны помнить, что это все форма Господа Арджуна. Для Арджуны было возможно видеть эту Вишварупу, поскольку Кришна позволил ему видеть. И вот говорится, как Вишварупа, как она подобна потоку, точнее, подобна молнии. Когда эти облака сталкиваются, тучи, то иногда эта молния возникает. Вот это Вишварупа Кришна. И Арджун смотрел на нее, когда Арджуна находился перед Кришной. Но не мог видеть Кришну, и он видел Кришну в форме Вселенной, и после этого он буквально сошел с ума. Он сказал, что я не хочу видеть эту страшную картину Вселенной, я хочу видеть тебя в форме такого прекрасного Кришны в человеческом теле. И обусловленные души также в различных брахмандах, у них есть возможность наблюдать за разными аватарами. Иногда Джива Госвами Пад говорит, и Вишвамбарананда Дев Госвами пишет кратко. И вот и иногда, когда они обретают возможность совершить сатсангу, то тогда они могут понять.
они могут обрести семя бхакти, и после этого... То есть, смотрите, не происходит так, что все, кто получает семя бхакти, и все достигают успеха. Этот воля садовника, сад — это наше сердце, если мы не заботимся об этом, об этой лени преданности, которая растет в нашем саду сердца, она не достигнет Вайкунтхи. И вот говорится, что если мы не будем заботиться об этом семени преданности, оно не сможет прорасти и развиваться дальше. Особенно если мы стремимся к майе, различные посторонние желания возникают, подобно тому, как в этом на поле кто-то картошку растит. Но если за этой картошкой не ухаживать, могут сорняки зарасти. Не дать картошке вырасти, либо будет слишком мелко, поэтому нужно пропалывать, ухаживать, заботиться, и вот обязанность садовника заботиться об этом. И также какие-то коровы и козлы могут прийти в ваш огород и сожрать все. И прочие животные нужно оградить свой огород, чтобы никакие эти овцы, козлы и коровы там и прочий скот, чтобы не затоптал и не съел все, что есть там. И вот если пополивать, ухаживать, то вскоре мы получим свой урожай. И вот такая процедура баджана. Нужно заботиться о наших растениях в нашем сердце, которые олицетворяют собой бхакти. И вот бхакти на такого он приводит пример, что люди иногда в запутанности находятся, и мы должны помнить о Рагунага Бхактах в Джайва-дхарме. Описывается, что те дживы, эта преданность, она подобна заразной болезни. И если у нас есть такая преданность, вот как у Гурудева, у которого есть Рагануга Бхакти, если мы находимся в связи с нашим Гурудевом, служим ему, то от него мы можем обрести это настроение, развить. И вот два вида этих. То есть бхакти есть у кого изначально есть, то чья жива свопа зафиксирована, определена, а других не определена. И вот жива свопа значит в итоге то служение, которое дживатма обретает. Она уже определена или нет? И вот два лагеря есть на эту тему. Кто-то говорит, что если коренная причина бхакти саду санга, то как можно ожидать, что служение в духовном мире уже определено, а другие думают, что это возможно, поскольку в Кришне есть различия. Разнообразие мы не можем понять без численного разнообразия в Кришне. И почему такое же разнообразие в Дживе может быть? Почему в Дживе не может быть такое же разнообразие, эти все бесчисленные Брахманды, они все очень и очень разнообразны. И также наш Гурвага приводит такой аргумент, как Шридхар Махарадж, к семя манго может манго только дать
Если мы семечко манго посадим, то дерево манго вырастет, если семечко гуавы, то гуава вырастет. И различные семена дают свои соответствующие деревья. Шридхар Махарадж говорит много на эту тему. И другие говорят, что так невозможно, поскольку коренная причина бхакти – это семя. Если бы семени не было, то и бхакти тоже. И вот как найти решение этим спорам? Бесчисленное разнообразие. Если я скажу, что это невозможно для Кришны сделать разницу, разные семена бхакти, то тогда мы ограничим Кришну. Мы, Кришна, Верховный Господь, и все для Него возможно, и в то же самое время мы говорим, что если Кришна сделает различные семена бхакти, то почему Он раздает свои семена преданности различным людям? Нам, например, манго дал, кому-то там еще не манго, то получится, что Кришна не беспристрастен. Есть, да, потом еще есть нитя Сидда Паршады Кришны, нитя Мукта, они с вечности. Можно увидеть от Баларама различные те бхакты и служат Кришне различными способами. И из Баларама, из Санкаршана. А эти души, которые сходят, различные служения совершают, они уже совершают различные служения. Кто-то стопам Кришны служит, кто-то украшения делает, кто-то еще что-то делает. И изначально они из Баларама. Если у нас такое разнообразие, как можно сказать, что Кришна пристрастен. Как, например, мы, если едим сладости, что-то острое, соленое и прочее, но в нашем желудке все энзимы, они работают сообща и вырабатывают нужные энзимы для переработки всего этого, а их цель, чтобы поддерживать нашу жизнь. И эти энзимы, они между собой не ссорятся, что кто-то сладкое переваривает, кто-то соленое, кто-то кислое, кто-то острое, и они не спорят друг с другом, а заняты на благо всего тела. И вот эти все энзимы, они существуют на благо всего тела. И вот различные органы, чувства и все остальные руки. Одно служение делает для того, чтобы поддерживать нашу жизнь, но другое служение. Уши, глаза, они тоже чем-то заняты, чтобы нашу жизнь поддерживать. Однажды спор был, я могу историю это рассказать. Но то, что все эти органы чувств перессорились, что глаза говорят, что я тут главный, уши говорят, нет, мы главные. Язык говорит, что он главный, и в итоге все они начали игнорировать жизнь, и как-то жизнь, прана, она высыпалась, и уйти из тела, то эти все органы чувств стали переживать и решили, что не решили, а поняли, что прана главное в теле. Махарадж в тот день объяснял, что язык, он подобен настоящему саду святому. Он окружен врагами, если какую-то ошибку совершить, то и зубы его прикусывают. Но этот и эти зубы, они как враги для языка, всегда стремятся прикусить его. Но если, смотрите, есть какое-то масло, то язык всегда
не масляный после этого. А если мы прикоснемся к какому-то маслу, то руки в масле будут, ну, нужно мыть потом. А если мы едим масло или ги или еще что-то, то язык, он всегда не масляный остается. И так он подобен саду. И вот эти... Ну, хотя эти зубы являются врагами для языка, но язык их не воспринимает как врагов. Если какой-то, какая-то зубная боль, то язык, он заботится о зубах. И вот, если мы станем парамахамсой, то мы можем изучить, узнать что-то от собаки, от дерева, от всех живых существ. Мы сможем получать какой-то урок. Как вот в 10-й песне Кришна говорит: «О, они великие саду, эти деревья, они не ожидают ничего ни от кого, они только отдают другим все, что есть, эти деревья». Деревья никогда не говорят, что дайте нам что-то. Нет, они только отдают, а материальные люди, которые находятся в Майе, они только молятся, что дайте то, все, пятое, десятое, тридцать пятое. Вот как в этой молитве, в Чанди Паде. Они молятся Дурге, что дай богатство. Дай мне власть. Яшодахи, репутацию, чтобы люди говорили о моей славе и убей всех врагов. Но вайшнавы никогда не говорят так. Вайшнавы разве говорят так? Никогда. Даже в нитишастах прекрасные вещи. Те, как вод, реки, они никогда не пьют свои собственные воды. Деревья, они никогда не едят своих плодов. Jalani tasam no pibanti nadyaha, phalani tasam khadanti vrikshaha, nadanti sasyaha meha kadachit, nadanti sasyaha shashamin sasyo, crops. Those, you know, clouds, they are saying, I am giving rain, I have my share of this. Облака и тучи, которые проливают воду на землю, они никогда не требуют своей доли от тех растений, которые растут на этой земле. Phalani tadvad na khadanti vikshah, naranti sasyani meha kadachi, parupkaraya satam vibhuti. A sadhu is like this form. So sadhu is always international. И саду, он подобен всему этому. Саду, он настоящий саду, он всегда такой международный. И вот сейчас мы должны изучить шастры, чтобы найти достойный ответ. Понимаете, Сварупа определена или не определена. Большой спор на эту тему, и мы будем изучать эту тему, но мы должны помнить то, что если мы сможем находиться в гармонии,
Из Гиты можно найти, мы должны понять это. Мы должны развить беспристрастие, кто-то оскорбляет нас, кто-то почитает, мы одинаково должны относиться ко всему этому, и тогда я в дальнейшем буду говорить, как развиваться дальше, как обрести зрелое бхакти, как обрести место в духовном мире, и не нужно терять ваше время, даже часть секунды. Но в те дни, если у нас есть возможность отправиться на Гошалу, видеть, как Махарадж живет, можно видеть, что Махарадж человек слова или человек дела. Вот у Махараджа был этот Раджавас один, который помогал ему в Гошале, но он тут уехал, а Махарадж Гошале сам все делал. Ну, все это, всю эту работу по Гошале. If you cannot practice, then you cannot say that you have love for Gomata, you have love for Krishna. You cannot say. So, when you have a Buddha, 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 you have a Buddha,